Транспортный коллапс в Большемурашкинском районе. Из-за недостатка финансирования местное автопредприятие было вынуждено остановить свою работу. Автобусы, перевозящие людей внутри района, больше не ходят. Пассажирам это объясняют на автостанциях. Автобусы у нас стоят все. В ближайшие деревни автобусы не ходят. Не только один поселок, а все деревни, ближайшие к поселку. Перевозский район. Деревня, поселок советский, все отменены, Кишкино, все отменены, все рейсы. Пожилые люди с маленькими ребятишками стояли, студенты, много было сегодня, рабочие, которые ездят на другие, в охрану, в Чернышихинский комбинат. И они все стояли сегодня на дороге, ехали на попутках. А вот больница престарелая, люди не на чем уехать, машины нет и... Никого нет. Вот у меня внук учится. Каждый день будет ему надо мурашками учиться. А на чем он сейчас будет ездить? На такси. И что нам останется? Такси у нас 200 рублей сюда и 200 обратно. Это очень дорого. Если на 200 рублей ездить, никакой зарплаты, например, не хватит. А пенсионерам пенсии тем более не хватит. Люди спрашивают, будет завтра? А мы откуда знаем? Нам никто ничего не говорит. Будет завтра. Чего будет послезавтра? Мы не знаем. Маршруты, которые находятся внутри муниципального района, они не работают. Почему? Потому что у нас очень большие долги. У нас большие долги, да, по подоходному налогу. У нас большие долги в пенсионный фонд. У нас очень большие долги за поставленные нам горюче-смазочные материалы. Но нет денег в районе. Нет денег в районе. Наверное, их нет и в области. Как сообщили в Министерстве транспорта Нижегородской области, проблема недофинансирования общая для всех районов области. Одна из причин заключается в том, что пригородный транспорт становится все менее рентабельным. Финансовое состояние предприятий транспортного комплекса, оно в настоящее время не самое лучшее. И связано с рядом проблем, в том числе с падением пассажиропотока. Количество пассажиров с каждым годом уменьшается. И основные проблемы имеются как раз на местной сети, связывающей райцентр с удаленными населенными пунктами района. Когда в автобусе едет 1, 2, 3 человека, автобус везет воздух. Кстати, сегодня вечером было созвано экстренное заседание местного земского собрания. На нем депутат решает вопрос о выделении денег из местного бюджета автопредприятию. Возможно, что к концу недели пригородное автобусное сообщение все-таки будет восстановлено.